С вами Инна, и мы с вами находимся в самом красивом месте Мерсина. Это у нас район Эрдемли, Арпач-Бакшиш. Арпач-Бакшиш район у нас славится шикарнейшей набережной и самые широкие пляжи, песчаные чистые пляжи. В этом районе хочу вам представить новый объект, новая стройка. Такого плана, такого качества стройки в Турции еще не было, еще ни один застройщик так не строил. В чем его отличие? Его отличие в том, что он строит с теплошумоизоляцией, материалы все он использует класса люкс, то есть сами у них есть свои фабрики небольшие по производству мебели. И сами производят, сами устанавливают, сами используют, как говорится. Давайте расскажу вам немного про комплекс. Комплекс у нас будет состоять из одного блока. Блок у нас будет состоять из 14 этажей. На каждом этаже 7 квартир. 3 квартиры 2 плюс 1 и 4 квартиры планировки 1 плюс 1. Территория Сите у нас составляет 3900 квадратных метров, где будет располагаться полуолимпийский бассейн с отдельным джакузи, с детским бассейном, с аквапарком. Далее по периметру бассейнов у нас будет находиться беседки. Сбоку дома у нас будет располагаться детская площадка, баскетбольная площадка и еще мини-гольф. При входе с этой стороны у нас будет торцевой въезд на территорию, и при въезде с этой стороны будет парковочное место для ваших гостей. Будет зона парковки, которая будет располагаться сзади этого комплекса. Внутри комплекса первый этаж – это зона ресепшена, зал ожидания для ваших гостей с мягкой зоной. Далее будет хамам, сауна. Застройщик обещает, но гарантию, конечно, не дает, но он нам обещает, что сделает еще соляную комнату. Небольшую, но соляная комната будет. Ну что ж. Вроде все рассказала, если что-то забыла, напишем вам в описании. Дата окончания стройки – июль следующего 2023 года. Имеется рассрочка до июля 2023 года и первоначальный взнос 50%. Ну что ж, пойдемте посмотрим ее. Итак, мы с вами очутились в квартире шоу-рум 1 плюс 1 чудесным образом и смотрим. Такая же входная железная дверь сейфовая, и здесь у нас такая прихожая, примерно 4-5 квадратных метров. С правой стороны от меня находится встроенный шкаф вестие, который выполнен из МДФ, крашеная МДФ у нас в данном случае. Шкаф глубокий, с этой стороны у нас полочки. Она глубокая, высокая, вместительная. Далее по прихожей у нас первое помещение – это санузел. Кстати, хочу обратить ваше внимание, то, что застройщик сделал эту квартиру в белых тонах. Если предыдущая квартира 2 плюс 1 у нас двери, мебель, все было в серых тонах, то здесь у нас все в белых тонах. Но путем голосования и опросов решили, что все квартиры в дальнейшем, которые 1 плюс 1 будут делаться, все будет делаться в серых тонах. Поэтому учитывайте, что дверные проемы, двери, кухонный гарнитур, даже вот такой вот шкаф вестие, все оно будет в одном цвете, в сером цвете, как в квартире 2 плюс 1. Мы с вами заходим в санузел. Санузел просторный, унитаз, также вместительная такая глубокая душевая кабина с такими же душевыми лейками, а за дверью у нас, смотрите, сколько всего прячется. Мойка, шкафчик над мойкой, под мойкой, здесь будет зеркало с подсветкой, вот такие полочки, еще шкафчик, и здесь ниша под стиральную машину. Также еще есть вот такое вот пространство.
Здесь я бы поставила кованую полочку. Они обычно продаются в Икее черного, белого цвета. Я бы поставила сюда такую открытую полочку кованую черного цвета в цвет, ну, в компанию душевой кабине. И хранить там полотенца, постельное белье. По мне, я так думаю, что будет смотреться очень даже красиво. Так, далее мы с вами пройдем в спальню. Спальня просторная, имеется выход на балкон на южную сторону. Здесь у нас балкон технический, так как все технические выводы находятся в этом балконе. Далее в спальне также у нас имеется вот такой вот белый, красивый, почти незаметный встроенный шкаф. Тоже беленький, вместительный, глубокий, вот с такими выдвижными... Ломаю. Вот с такими выдвижными ящиками. Ящики с доводчиком, кстати. Далее. И еще одна створка. Здесь у нас уже вешалки будут. Одна стена выклеена обоями. Здесь подразумевается, что будет стоять кровать. Также имеется радиатор отопления. И, как я и говорила, выход на французский балкон. Французский балкон, но он такой просторненький. Здесь есть вывод под газовый котел, и с этой стороны выводы под кондиционер, блоки кондиционера. Обратите внимание, какой здесь сложный потолок, красивый. Каждая квартира, напоминаю, будет сдаваться с таким сложным потолком, с спотами и с подсветкой. Не будет только люстры. В спальне мы перешли обратно в коридор и заходим с вами в гостиную. Гостиная, смотрите, какая дверь, деревянная, с стеклянной вставкой. За моей спиной находится зона кухни. Зона кухни у нас выполнена П-образной формы. Здесь ниша под холодильник. И смотрите, как застройщик обустроил. Здесь использовал угол. Вот такие полочки глубокие для всякой бутылки, масла, что-то там сыпучее хранить. Далее. Такие же качественные выдвижные ящики. Вот такие красивые ящички. Далее. Также каменная столешница, здесь в шоуруме еще они не успели установить технику, но также будет оставаться с кухонной тройкой, вытяжка, варочная панель, духовка. Имеется двойная мойка, верхние шкафы, это просто вот шкафчики с полками. И кухня перетекает вот в такую барную стойку, где вы можете сидеть, завтракать, я не знаю. Сюда можно поставить два высоких барных стула или с этой стороны. И, кстати, здесь под столиком тоже есть шкафчики с полками. Так что места для хранения всем хватит, как говорится. С зоны кухни мы с вами переходим в зону гостиной. Обратите внимание, если 2 плюс 1 пол был разделен, зонирован, здесь гостиная с кухней полностью выложили плиткой. Тоже смотрится очень даже красиво, симпатично. Здесь у нас предполагается мягкая зона, напротив меня зона ТВ, и эта стена у нас обклеена тоже обоями. Также имеется радиатор отопления и выход на балкон. Балкон такой же большой, глубокий, вместительный, вот с такими стеклянными ограждениями. Здесь у нас никаких выводов по технику нету, кроме краника. Это краник для того, чтобы мыть балкон шлангом. Как я и говорила, дом полностью снаружи облицован тепло-шумоизоляцией. Ну что ж, на этом мы закончили с вами просмотр квартиры. И давайте чуть-чуть подведем итоги. Комплекс состоит у нас из одного блока. На каждом этаже 7 квартир. 3 квартиры 2 плюс 1 и 4 квартиры 1 плюс 1. Комплекс класса люкс с олимпийским бассейном. То есть вот здесь вот эта большая территория. Это все будет бассейн с джакузи, кстати, и также будет аквапарк. Далее здесь будет гостевая зона парковки.
Сзади дома будет располагаться парковка сама для жителей этого комплекса, хамам, сауна, солевая комната, мини-гольф и детские площадки, баскетбольная площадка, беседки и мангальная зона. Что касаемо локации, дом у нас находится в районе Тамюк-Арпач-Бакшиш. Стоит она в очень удобной локации, так как трасса D400 отсюда буквально 50 метров, до ближайших магазинов 200-250 метров, рынок раз в неделю через трассу приезжает, до моря примерно 450 метров. Ну что ж, на этом у меня все. Нет, не все, вру. Дата сдачи объекта — июль 23 года. Вот теперь у меня все. Если остались вопросы, пишите нам в комментариях. Не забывайте подписываться и ставить нам лайки. Всем спасибо, всем пока-пока.